Здравствуйте, дорогая редакция. Мое почтение вам и бурные овации. Пишу вам в полной абстракции. Разложила мне вдруг душу на фракции. Теплотой чистой и в кайфе, не пив даже утренний кофе, я с просонья сел за этот имейл в надежде получить ответы, чтобы кто-то помог разобраться, возможно ли снова влюбляться, преисполняться и отдаваться. Бывает ведь, что даже лично не знакомясь, всего лишь письменно общаясь, ты снова будто оживаешь. Себя ты этим наполняешь, без страха жить себе ты позволяешь, все и смело произносишь. Равно тому, как в первый раз кому-то открываешься. Да так, что от тепла внутри на части разрываешься. Такие чувства неподвластны, они нечасты, они пленисты, невольны жесты, покорны возрасты. Промчали наши аисты из общей касты, богини люминистов. Глушить ли мне эти позывы и быть ли таким быстрым в порывах? Что делать и как говорить? Как уберечь искренность? Как удержать чувственность? Чувствую ведь искру тут, не маленький мальчик уж. Как удержать пелены прыть? Я так сильно хочу с нею плыть. Я увидел и услышал все, что надо. Это моя отрада, мой новый смысл. Не опущу более весел. И я вчера был так весел. Я сейчас максимально честен. Я ни на секунду не думал ни о сложностях, ни о возможностях. Я так преисполнен. Я так сейчас счастлив. Я так надеюсь на лучшее. Она так прекрасна. Лучше самый лучший. Интереснее интереснейший. Красивее красивейших. Сексуальнее бывших. Лучше всех нынешних. Чудесная и необычная. Такая нетипичная. Творческая и умная. Открытая и добрая, да безумие милая. Офигеть, какая красивая. Говорил уж, знаю. Прикладываю фото. Понимаете, почему повторяю? Вопрос, собственно, к вам. Что делать и как себя вести? Искрометный напор может разбиться об скалы. Осторожности и недоверчивости. Или, может, мы пока не готовы бросаться снова в эти оковы? Я перед вами чист, прощай, антагонист, я авантюрист. Надеюсь, я по адресу, и мне с этим не в полицию. Что думают ваши редакции? Ваш покорный слуга, снова влюбленный, отчаянный дядя.